этот пес жил, нет, выживал на улице. Иногда его впускали в подъезд погреться, потом выгоняли. От него многие шарахались. Его гоняли, видимо, не всегда словесно, иногда пинками. Он очень испуганный, несчастный, не знает, кому можно доверять. Поэтому он даже к еде подходит не сразу, хотя и очень голодный. Оставить его там значило обречь на медленную мучительную смерть. Конечно, пес был обречен, но нашлись люди, которые не побоялись посадить его к себе в машину и привезти к нам. Это запущенный демодекоз. Пес почти лысый. Вид у него, конечно, ужасающий. На нем нет живого места. Трудно себе представить его мучения. Одно радует, что демодекоз лечится, но лечение не из дешевых. Как видите, помощь нужна постоянно, потому что у нас постоянно проблемные животные, которые нуждаются в нашей помощи. Ну а мы, конечно, просим вас помочь нам вылечить этого бедолагу и очень-очень просим не забывать об остальных.